Всероссийский фестиваль уличного и современного танца «Максвен» проводится в городе Иваново с 2009 года. За последние 3 года масштаб события значительно вырос за счет узнаваемости ивановских танцевальных команд и солистов, их активного участия и победок в фестивале всероссийского и международного значения. Так, например, в 2019 году команда ID Academy из Иваново стала второй на международном чемпионате по стрит-дэнсу World of Dance в Берлине. Также за это время команда организаторов расширила свой штат, что позволило эффективнее работать со СМИ, а также привлекать к софинансированию партнеров. Количество участников и их география удвоилось. Интерес активной творческой молодежи к событию также повысился. В 2019 году «Максвен» уже представлял собой 4-дневный ивент, собравший 1300 участников и 800 зрителей. В рамках событий было проведено 5 танцевальных мастер-классов от российских и зарубежных хореографов, 1 лаборатория, а также чемпионат в номинации «Стрит-шоу» среди команд и солистов, фестиваль современного танца и экспериментальные батлы. Цель «Максвен 2021» – объединить более 2000 представителей современного танцевального сообщества, а также представителей из других направлений уличной культуры. Создание мультидисциплинарной площадки обеспечит большой отклик среди молодежи Иваново, увеличит интерес к передовым веяниям и просвещению в области массовой культуры и современного искусства. Основные события фестиваля планируются во второй половине ноября текущего года. Среди них чемпионат в номинации «Стрит-шоу» и «Contemporary Dance», лаборатория по современному танцу, мастер-классы для участников, лекции, показ современных пластических спектаклей, выставки и выступления представителей смежных дисциплин уличной культуры.